Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Президент України Володимир Зеленський перебуває в США з офіційним візитом. Він проанонсував, що має намір представити план перемоги України президенту Джо Байдену, а також показати його кандидатам в президенти від республіканської та демократичної партії. Там є багато сумнівів, чи буде можливість у президента Зеленського зустрітися з Дональдом Трампом. Але про те, що означає цей план перемоги і що буде, якою, давайте так, буде реакція Білого Дому на ті пропозиції, які пропонує, які показує, скажімо так, президент України. Ми будемо говорити з нашим наступним експертом. З нами на зв'язку Томас Єрмолавічус, керівник досліджень Міжнародного центру оборони та безпеки «Талін, Естонія». Томас, здравствуйте, привітаю вас в ефірі. Здравствуйте, слава Украине. Героям слава. Начать хочу, конечно, с вот того плана победы Украины, о котором говорит сейчас президент Зеленский. Очевидно, что в нем есть пункт, где наши американские партнеры должны разрешить вооруженным силам Украины использовать американское дальнобойное оружие в глубине России. Мы понимаем, что на это все-таки большая ставка, и в Генштабе украинском верят, что это может серьезно изменить ситуацию на поле боя. Если Байден скажет «нет» на этот план, да, если снова будет нерешительность и затягивание времени, на ваш взгляд, что это будет означать? Во-первых, надо, наверное, заметить, что это касается не только американского вооружения. Те же самые британские крылатые ракеты Storm Shadow, они используют американские технологии, компоненты, субсистемы, и для их использования тоже нужно разрешение администрации США. Я уже читал и слышу, что в Пентагоне и в Белом доме все еще не убеждены этими аргументами, которыми представляет Украина по поводу этих ударов в глубине России. То есть это, опять же, мы видели удары и по складам, и по депо в России, очень-очень эффективные удары украинским оружием. Почему-то до сих пор Пентагону и Белому дому это не служит как хорошее доказательство, что это может изменить динамику войны даже в достаточно кратких сроках. И я думаю, что во-первых, это, опять же, та же самая глубиной страх такой глубинный в Белом доме, в администрации, у Байдена, как человека еще с багажем холодной войны перед возможностью этой эскалации со стороны России. Этого, наверное, не изменить. Человек с такими убеждениями пришел во власть, с ними был президентом, и с такими убеждениями он уйдет с поста. Здесь, наверное, изменений больших ожидать не надо. Во-вторых, администрация Байдена уже в начале сентября запоздала, кстати, представила засекреченную стратегию войны в Украине Конгрессу, которая требовалась Конгрессом, когда они принимали закон о помощи Украине в апреле. И сразу же надо заметить, что если там уже какие-то принципы обозначены, то бюрократически уже достаточно трудно американцам принимать какие-то шаги в другое направление, поскольку есть это, они не учитывали украинской позиции, украинские желания, украинские стратегии, то это достаточно трудно уже изменить. И такая синхронность, она, конечно, не очень помогает Украине, что Украина свою стратегию разрабатывала параллельно, и по существу, наверное, ее голос так и не учитывался в стратегии США, в администрации Байдена. Но все-таки, думаю, не надо отчаиваться. Действительно, Украина уже показывает, что у нее есть средства, которые можно эффективно использовать. И, наверное, больше акцент надо делать на развитии этих своих, скажем так, национальных средств и меньше полагаться на решение Белого дома, которое действительно не думаю, что они все-таки даже под нажимом из Европы, очень многие европейские союзники постоянно им сейчас говорят,
что надо менять политику в этом направлении. Союзники, как Великобритания, премьер-министр Великобритании недавно был в Вашингтоне с такими же аргументами, которые мы сейчас слышим из президента Зеленского. И, к сожалению, Байден и его самые близкие советники все еще не являются убежденными этим. И это, к сожалению, наверное, так и останется до конца этой администрации. Ну, по поводу того, как могут вооруженные силы Украины эффективно использовать, да, свое украинское оружие, наше украинское оружие, можно было наблюдать в двух локациях, если можно так сформулировать. Это была военная база «Торопец». Помним, ну, сами российские пропагандисты много писали о том, насколько разрушительными были эти удары. Ну и то, что произошло возле населенного пункта Тихорецк, да, там уже был железнодорожный состав с боеприпасами, ну и в том числе он был очень эффективно поражен. Вы сказали о том, что действительно Конгресс США, он требовал от Белого дома некой такой стратегии войны в Украине, это засекреченный документ. Я же не ошибаюсь, утечек не было. То есть в медиа, ну, очень часто, да, в американские медиа через анонимные источники такая информация сливается. Видели ли мы что-то, какие-то отрывки из этой засекреченной стратегии? Пока что таких не было. Но, с другой стороны, опять же, надо знать, понимать две вещи. Одна вещь — это Байден, конечно, не заинтересован ни в чем, что могло бы как-нибудь подорвать кампанию, президентскую кампанию, предвыборную кампанию Камалы Харрис. И, наверное, в этой стратегии нет ничего такого радикального или изменения курса какого-то радикального, что может повлиять на эту кампанию. Во-вторых, наверное, даже администрация сама не очень заинтересована в каких-то сливках, сливании какой-то информации. И потому что в Европе мы все чаще убеждены, что если снять всю эту риторику, да, с политической линии Белого дома нынешнего, что в действительности результат их подхода, исход этого подхода, который они применяют сейчас в этой войне, наверное, не очень бы отличался от того исхода, который был при президенте Дональде Трампе втором, скажем так. То есть Украина все равно не получит членство НАТО из-за сопротивления США. Это не война, или исход этой войны не повлияет серьезно на политическую динамику, на будущее России. И Украина может тоже потерять территории и, наверное, будут какие-то, ну, заставлены вести какие-то переговоры. То есть по существу можно только говорить о каком-то стиле, о риторике, о какой-то существенной помощи в одном или в другом направлении, но исход той политики, которую ведет администрация Байдена, наверное, не очень бы отличался от той политики, которую бы вел Дональд Трамп. И здесь, наверное, все понимают, и демократы понимают, и администрация понимает, что если такие выводы сделать, посмотрев на их студийную стратегию, что в действительности о чем-то тогда отличается их политика от политики республиканцев или радикальных республиканцев. И здесь, ну, немножко такое уже, наверное, было бы немножко стыдно им по этому поводу. И я все-таки думаю, что надо ждать больше перемен, если победит Камала Харрис на этих выборах. И там у нее советники есть, которые более мыслят открыто и, скажем так, твердо по отношению России и по отношению этой войны, по сравнению с, например, нынешним советником госбезопасности Джейком Салливаном. То есть есть надежда, что какие-то сдвиги будут. Будут ли они радикальные, будут они достаточно быстро сделаны какие-то шаги, чтобы помочь Украине, это трудно сказать. Я думаю, что сейчас Украине больше всего надо полагаться на союзников в Европе в нынешнее время и на себя.
Тут, знаете, Дональд Трамп уже, кажется, что-то заподозрил, потому что было заявление от него, ну, в смысле, он написал это в своей соцсети Truth Social, так, о том, что президент Зеленский хочет, чтобы Камала Харрис победила, но это все после визита на оружейный завод в Пенсильванию. Вот если говорить о том, что должно быть немного стыдно, или, возможно, немного стыдно, когда представители Белого дома, на самом деле анонимно, говорят о том, что, ну, слушайте, ну, эти дальнобойные ракеты вглубь России, ну, что они изменят? Ничего они не изменят. Это, конечно, звучит, ну, смешно, учитывая то, что можно разрушить логистику российской армии, да, используя такие средства, они могут быть очень эффективными. Но, тем не менее, вот как вы понимаете эту логику? Говорить о том, что, ну как же так, дальнобойные ракеты, когда они что-то меняли? Понятно, это совершенно неважный фактор в такой полномасштабной войне. Мой ответ на это тогда так другой вопрос. А зачем тогда такие вооружения у нас в арсеналах? Если они не важны, они ничем не помогают, зачем их тогда вообще содержать и развивать, и принимать на вооружение? Если они существуют, значит, есть за ними какая-то логика, стратегические принципы, операционные принципы, какая-то роль в этом всем, в своей большой картине войны. Да? Если мы принимаем, что это, да, это важная составляющая наших военных способностей, то тогда надо признать, что какая-то кампания, какие-то конкретные планы и их осуществление действительно могут повлиять. Конечно, не надо думать, что это будет какой-то, вот, как называемый, silver bullet. Да, на английском это выражение есть, что это что-то решит все проблемы. Все это решается в какой-то комплексе мер. Но постоянно слышат те аргументы. Мы в каждом шагу слышали это. Когда мы говорили про F-16, мы то же самое слышали. А чем это поможет, как это будет эффективно? Когда говорили там про, скажем, танки, да, опять же, ну это же другая война. Танки абсолютно не важны здесь. Каждый шаг, в каждом вот таком наращивании этой помощи, мы слышали такие аргументы, которые, ну, действительно, я их просто не понимаю, как можно вот такой скептицизм выражать и тем самым содержать все эти вооружения у себя в арсеналах и основывать свою оборону и свою военную мощь на таких системах. То есть здесь очень мало логики. Я думаю, что здесь какие-то, наверное, намерения или логика того, то, что они говорят, она не военная логика. Здесь больше какая-то психологическая, политическая логика. И, наверное, вот это надо преодолеть, потому что действительно, как можно воевать в такой полномасштабной войне, когда просто нет доступа к средствам, которые мы обещаем, которые мы думаем, что они могут помочь в этой войне. Это просто, для меня это просто непонятно, и я думаю, что конкретная стратегическая культура США, этой конкретной администрации даже, наверное, и не только в Берлине мы видим такой же менталитет, это связано с призывами, чтобы Германия поставляла свои крылатые ракеты, да, Таурус. И опять же, отказ идет на таком же основании, который мы слышим со стороны Вашингтона. И мы уже, и Украина сама уже достаточно давно доказала, что со стороны России это не вызывает эскалации. Россия делает всегда то же самое, что она делала уже и до поставки таких вооружений. И ее стиль, ее подход к этой войне не меняется. У нее средства и возможности эскалации достаточно мало. Они, конечно, обещают какие-то асимметрические ответы и так далее, но это действительно не является таким серьезным аргументом, что вот это действительно приведет к какой-то ядерной войне и прямом столкновению между НАТО и Россией. Не приведет. И я думаю, что эта психология должна меняться, но я думаю, что единственный фактор, который это изменит, это выборы. Выборы в Германии, выборы в США. Это единственный шанс, что что-то поменяется в этом смысле. Вы знаете, как раз хотел спросить у вас об возможных асимметричных ответах России. Были публикации, Washington Post, если я не ошибаюсь, писали о том, что, ну вот сейчас в Кремле не понимают, а как им обозначать свои красные линии, если вот ядерный шантаж уже не работает. И в принципе, если поговорить
говорить с экспертами, то они считают, что, в принципе, возможность ядерной эскалации равна практически нулю. Так вот, появилась новость о том, что Россия готовится передавать йеменским хуситам дальнобойные ракеты противокорабельные для ударов по судам в Красном море. А это может быть сдерживающим фактором для Запада, как вы считаете? Уже это делают, это не только используют иранские ракеты и средства. То есть, что это будет менять? Может, масштаб кампании, может быть, интенсивность кампании, но это уже делается, и против этого есть противояд, есть средства ПВО, средства противоракетной обороны, и с этим можно управляться. Ситуация, конечно, напряженная, там и судоходные компании не очень довольны, страховательные компании, конечно, паникуют. И это приводит к каким-то логистическим проблемам, вот эти цепочки поставки из Азии в Европу и так далее. Но по существу это не является тем, что может быть действительно превратить нашу жизнь только в невыносимой. Это действительно просто, наверное, со стороны Москвы это любезность и какой-то, наверное, quid pro quo, да, за помощь военную, которую Иран представляет Москве. И это такие, конечно, сделки, они существуют между этими режимами, и это надо понимать. Я не думаю, что это какой-то так называемый game changer. С точки зрения асимметрических мер мы слышим, что вот сейчас Россия начинает и кампанию саботажа в западных странах НАТО, Европейского Союза против разных объектов. И опять же, это не новость, мы это знаем. Наши службы с этими справляются, работают и разведки, и полиция, и службы безопасности. Опять же, абсолютно нет это какого-то... Для них, я не думаю, что это какой-то большой пользы принесет такие асимметрические меры. Ну, мы при этом знаем, конечно, как можно напугать Израиль, сказать, что сейчас Россия передаст Сирии комплексы противовоздушной обороны или Ирану, там, например, авиацию. Это сразу Израиль определенным образом ограничивает в действии. Знаете, вот буквально напоследок хотел спросить о таком заявлении, которое на прошлой неделе сделал генерал-майор Вахур Карус, он из генштаба Эстонии, он давал интервью эстонскому медиа, и он сказал о том, что вот Эстония, среди прочего, может ударить по территории России, если Путин будет готовиться к войне с НАТО. Для страны НАТО это очень радикальное заявление. При этом для страны Балтии это нормальное заявление, просто потому что страны Балтии точно знают, что такое российская оккупация. Как это отображает настроение в Эстонии? Как на это отреагировали другие члены НАТО? Слушай, сейчас новые утверждены планы коллективной обороны стран НАТО на восточном фланге. И я не думаю, что эти планы, конечно, засекречены. Я не думаю, что они предусматривают только оборонительные действия. Есть и наступательные действия, и действия, которые связаны с ударами по целям на территории России. То есть здесь ничего радикального такого с точки зрения планирования коллективной обороны не сказано. Здесь только, наверное, такой нюанс есть, что генерал подозревал, что у нас есть так называемые индикаторы, да, грядущего наступления, агрессии, и если действовать по тем индикаторам, действительно надо предпринимать такие упреждающие действия и начинать использовать военную силу еще до того, как Россия выстрелит первой. Да. То есть это такая логика. Здесь, конечно, можно поспорить и с юридической точки зрения и так далее, но наша стратегическая логика очень, очень простая. У нас территория маленькая, у нас нет стратегической глубины. Мы действительно даже с политической точки зрения и гуманной точки зрения не можем допустить оккупации даже маленькой части своей территории. И поэтому самая логичная мера, которую надо предпринимать, это действительно при неизбежности войны делать, вести себя, как Израиль ведет. Если война неизбежна, значит, надо брать инициативу в свои руки. И вопрос только, конечно, как мы знаем, что это неизбежно, и насколько некоторые союзники могут давить тогда на нас и сдерживать нас от каких-то действий. Всегда надо понимать, что в контексте альянса, как мы ведем себя как члены команды,
конечно, будем это обсуждать в планировании и в дискуссиях со своими главными союзниками и в Брюсселе, и на двухсторонней основе. Но думаю, что это действительно представляет некоторый такой сдвиг парадигмы нашей обороны. И если смотреть на те вооружения, которые сейчас пытаются все три балтийские страны приобрести и так далее, даже нет вопроса, что если Россия начнет агрессию, что будем бить всем, что есть, по той части территории, которая нам доступна. Томас, спасибо вам большое за вашу аналітику. Благодарен за этот разговор. Нагадаю аудиторії, Томас Єрмолавічус, керівник досліджень Міжнародного центру оборони та безпеки. Він знаходиться у Таліні, в Естонії. Був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.